Привет, друзья! Вот и прошла выставка живородящих аквариумных рыб под названием «Я скралась вид гуппи та их друзей», которая проходила с 14 по 22 апреля в Харькове, на территории уже всеми полюбившегося Зооленда. Прихожу я сюда всегда с большим удовольствием, ведь тут всегда царит спокойствие, красота, теплые дружеские разговоры с такими же увлеченными этим замечательным хобби аквариумистами. Вот так, не спеша рассматривая аквариумы, попутно разговаривая с коллегами-аквариумистами, получаешь огромное удовольствие, опыт, и не замечаешь, как пролетают часы в этом приятном месте. На выставке были показаны разнообразные живородящие рыбки. Больше всех, конечно, было гуппи. Разнообразием узоров и цветов им мало кто может составить конкуренцию. Также на выставке были показаны акваскейпы с этими же живородящими рыбками. Все очень красиво и круто смотрелось. Изюминкой и погружением в аквариумистику Советского Союза был аквариум и картина Евгения Михайловича Доценко. В предыдущих видео можно посмотреть и послушать об аквариумистике в СССР. Ссылку оставлю в описании под видео. Сможете перейти и погрузиться в небольшую историю аквариумистики. А сейчас вернемся к обзору наших выставочных экземпляров. Если они вам нравятся, то обязательно ставьте лайк и поделитесь этим видео с друзьями и знакомыми. Если нет, то ставим дизлайк и указываем причину недовольства. Также жду комментарии всех тех, кому понравились рыбки, аквариумы и тех, кто был на выставке. Приятного просмотра и до новых встреч!